Четвертый Илья Раменди и 14-й Хаби Алонсо. Рядом с ними Иску под 23-м номером. Все-таки Реал уже почти полгода играет испанской премьере. Но пока у нас Криштиану Роналду с Google Eye или без Google Eye. Это видно. Криштиану Роналду. Дыхание. Хорошая атака у Реала получилась. Нет никакого офсайда. Здорово разобрался Бейл. И Карвахаль. Пас вперед, проходит Бензема, Роналду. Будет ли удар? Будет удар. Так из этого положения исхитрился пробить Роналду. Нет никаких высказываний, недовольных. Роналду надо бить. Илья Раменди здорово отбросил. Криштиано. Нескольких соперников обходит. Удар в дальний угол. И вот еще раз эта атака. Криштиану Роналду уходит сразу от четверых соперников. По крайней мере, никто ничего с ним не может поделать. По Сосьедаду. А вот то, что Илья Раменди иногда слишком долго ковыряется с мячом, это мы узнали. И удар шел в створ, но снова Диего Лопес. Реал, так вполне можно говорить. Диего сегодня вступает в игру два раза и два раза спасает свою команду, а на третий раз. И снова Валенсия очень продуктивно свои шансы реализует. Угля в топку атаки Реала. Карвахаль справа, практически угловой. Подача. Где здесь Бензема? Здесь Кейта. Роналду. Удар. Хорошая атака. Криштиану поймал. Здорово мяч на подъем. И ах. Подача. Роналду. Скидка. Гол. Вратарский, и оттуда головой Серхио Рамос мяч в ворота отправляет. Рамос, конечно, это штука, которую нельзя взвесить. Она просто есть или нет. Расстрел в штрафную, опасно, гол! Идти вперед и забивать. Здорово сыграл Фигули, просто классно сохранил здесь мяч, помог рикошет. И играть 13 минут. Роналду, удар! Алвес. Удар Криштиану на... Подача Карвахаля. Ди Мария. Наброс еще один. Удар, гол! Валенсию в самой концовке. Анхель Ди Мария забрасывает мяч в штрафную. И посмотрите, что делает. Замену или нет? Пока не дают. Подача Марселу. Удар по... Сейчас мог все перевернуть.